Всем привет, с вами Роман Раскольников, я играю в Dark Souls. И играть я сегодня буду за мага, не сражусь я сегодня с демоном Капрой. Буду дальше по сюжету проходить за мага. Так, хорошо. Вот теперь-то уж, наверное, смогу пробежать. Так. Дракона по-прежнему нет, к сожалению. Ай, блин, дракона нет, это плохо. Ой, замедлили меня. А, сейчас дракон не появился. Ключ от подвала. Вот сюда мне как раз-таки надо было идти. Так. Так. Во, теперь проще будет бежать. Так. Ну давай, иди. И опять не успел. То есть наоборот рано. Отсюда будет сложнее все-таки бегать. Проще через верх бежать. Так, тут у нас братские собаки, блин. Вон она. О, хорошо то, что с одного удара убивается. Это собака. Так, все. Тут вроде три собаки было. Так, здесь нам нужен ключ. А, или где-то здесь, наверное, ключ. Эй, кто-нибудь! Помогите, откройте дверь! Проклятие! Мне конец. Как такое могло случиться? Давай, идите сюда, быстро все сюда. Чего такие тормоза, блин, а? Вот. Отлично. Вот и все. Блин. Нифига себе. Дурацкая камера. Вот что тут... Встал здесь и никуда не идет. Еще и поджег меня, а? Я вот так пытался выманить. Так долго. Так, ну ключ, наверное, не здесь у нас находится. Или здесь. А, тут у нас двойная человечность. Ну, за ней можно было и не брать. Хотя, в принципе, костер разжигать. Я знаю то, что максимально возможный костер 20. И знаю, где желательно костры разжигать, поэтому. Так. Поэтому я буду разжигать до 20 в определенных местах костры. Ага. Так, уходим. Так, я знаю, как можно их обхитрить. Ну, давай, иди-ка сюда. Не захотел поджигаться сам, ну ладно. Так, тут у нас ничего нет. А, может вот здесь ключ как раз-таки? Нет.
Кортик. О, кортик, кортик. Кортик к какому классу относится? К кинжалам же кортика относится, или как? Хотя... Так. Кортик. Нет, это у нас меч для выпадов. Это то же самое же, что рапира. Так, рапира, еще что-то там... Блин, я из... вот в этих мечах не разбираюсь. Так, тут тоже сейчас враги будут. Ага. Вот и все. Блин, вот только вот с демоном Капры будет сложно драться. Так, может здесь у нас ключ находится? Ой. Собаки. Так, тихо. О-о-о. Ясно. Вот почему ты пинаешься, блин? Вот часто из-за этого я проигрывал в битве с боссом. Ну и не только с боссом, с очень сильными мобами тоже я проигрывал. Из-за того, что вместо удара последнего, добивающего, ты пытаешься пинуть, и тебя убивают. Маска вора. Нет, вот все это мне не нужно. Вот можно только, может быть, щит-мишень. Хотя сейчас посмотрим. Слишком тяжелый щит я тоже таскать не буду. Так, у этого 1,5 килограмма он весит. Защита 54... А, это атака 54. Сейчас посмотрим, какая у него... Какая у него защита. Физическая 93, магия 40. Так, вот это получше. Но от магии хуже защищает. Хотя он от огня неплохо так защищает. Нет. Все щиты плохие. Неплохо, наверное, бы взять. Так, вот этот вот. Щит, но... Магия 40, тут 30, молния 65. Вот огня 60. Демон Капра огнем бьется, да? Вроде да, у него вроде огненные мечи. В принципе, можно было бы, ну ладно. Его лучше молниями бить. А, наверное, ключ вот как раз-таки у демона Капра может. Хотя нет, я до сражения с демоном Капра уже ключ имел, который мне позволил открыть дверь. Опа. Так. Парировал! Я хотел его парировать, а он парировал меня. Да слушай, ты! Это уже слишком. Так, ну-ка. Ну, эту дверь я не открою без ключа. Так, а как... А где я в прошлый раз ключ находил, что я мог открыть ему дверь? Так, 6000. Неплохо было бы веру прокачать. Поговорить? А, да-да-да. Вот. Хм, ты все еще сохранил разум? Тогда почему бы тебе не купить у меня мох? Мне нужны твои души.
Так, а что у тебя можно купить? Отравленный метательный нож. Но... В принципе, неплохо. Так. Это все мне не нужно. В принципе, мха бы я у тебя купил, но как-нибудь потом. Попозже. Ну, с демоном Капри будет сложно сражаться. Хотя ладно, я, наверное, в храм огня сбегаю. Оттуда проще будет добежать, меньше врагов. Всяких. Ну да, здесь послабее враги будут, чем бежать с того костра. Так. Не получилось контратаковать. Опять. Раньше времени, блин, атакую. Так, ладно, я буду сражаться с демоном Капрой. Возможно, он меня еще не раз убьет. За манго я, блин, еще пока что не освоился. Поэтому лучше потратить на новый уровень. Так, интеллект или что там? Ученость? Ну, ученость, блин, не влияет на количество слотов. Интеллект, наверное, на урон все-таки влияет. Так, в общем-то, мне предстоит сейчас сразиться с демоном Капрой. Так, надо так определить, как... Вот, как менять магию. Тяжелую стрелу души надо использовать. Так, конечно, у меня одна фляга с этим потрачена. Так, самое главное сейчас мне это убить собак, в первую очередь, и уворачиваться от атак самого Капры. Так, самое главное убить сейчас собак дурацких. Да вот тупая собака мне все помешала. Все испортила дурацкая собака. Уворот, уворот, уворот. Пей, пей, быстрее, быстрее, пей, быстрее. Так, собака все-таки жива осталась. Так, отлично. Ага. Блин, дай увернуться, дай увернуться. Он зажал меня. Отлично. Так, короче, самое сложное здесь, это именно убить двух собак. Сам демон Капра, он не такой уж сложный. Самое главное, какой-то, блин... Гений решил засунуть сюда дурацких собак, которые еще и прыгают нечестно. Были бы они бы еще нормальными, блин, собаками, они вот так вот отскакивали вообще не знаю, неизвестно как, каким образом, далеко. В принципе, еще сражаться было бы более-менее так по-честному, по-справедливому, а это, блин, тупизм какой-то. Эй, я думал, я тебя убил. Так, я, блин, не знаю, где мне. Так. Не получается мне парировать его атаки.
Так. Дурацкая собака. Оставь в покое меня. Уйди. Вот что прикольно, то что сквозь текстуру можно наносить дамаг. Но минус в том, что они тоже умеют это делать. Так. Да блин. Не получилось контратаковать. Так, вот сейчас у меня есть проблемы с кровотечением, да. Так, я так и не понял, где я все-таки ключ находил? Так. Ничего не вижу. Ворот. Да блин! Опять это тупое кровотечение. Все испортило. Так, отлично. Вот и все. Сразился я наконец с вами. Ой, тут сейчас еще собаки дурацкие будут. Ну давайте, по очереди только. Ну ладно, так тоже пойдет. Где еще собаки? Я знаю то, что вы здесь где-то. Или все? Наверное, все-таки все. Так, нет, сюда не надо. Так, где тут дверь? Эта дверь не открывается. Вот эта дверь. Ключ от жилища. Великолепно. Тебе удалось открыть мне дверь. Благодаря тебе я спасен. Я уж думал, что никогда не выберусь. Я Григос из Винхейма, колдун из Винхеймской школы. Я благодарен тебе за помощь. Благодаря тебе я могу продолжить свои странствия. Отлично, продолжай. Ты колдун, мне как раз тебя надо купить. Шапка колдуна, куртка колдуна, наручи колдуна, сапоги колдуна. У меня это все есть. Посох колдуна. У меня все это есть. О, здравствуй. Я в порядке. Отдохну немного, а потом вернусь в храм огня. У меня есть мои заклинания, и в следующий раз я буду осторожнее. К тому же, у меня есть важное задание. Слушай, дружище, продай мне заклинание. О, здравствуй. Я в порядке, отдохну немного, потом вернусь в храм. Блин. Мне вот как раз-таки надо, чтобы у тебя заклинание купить, пока у меня душ много. Я знаю то, что ты сейчас в храм огня, вот как долго? Может, если сейчас я вернусь к костру, ты уже там будешь сидеть? А может, мне надо куда-то пройти, продвинуться чуть дальше, чтобы ты там оказался? Ладно, давайте я дверь открою. Так. А, я же этих убил. Точно. Ключ от куби. Так. Отлично. Ой. Так, короче, у меня не получилось.
Эй, нет, 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 не в того, блин. Хорош. Ты должен вот... Ну ладно. Да, ты вот, вот так вот должен был навестись. Кстати. А неплохо так. О-о-о. Мне вот этот не нравится. Так, отлично. Все, он побежал ко мне. Пускай бежит. Мне две... Мне три стрелы в него пустить тяжелых, и, в принципе, нормально все будет. Сейчас, пока он сюда бежит, я еще одну смогу спустить в него стрелу тяжелую. Ну и что он там? Он подняться наверх, что ли, не может? Странно. Блин, а? Ну чё ты как дурак, блин, бежишь? Ты чё и промазал, а? Ага. Вот это плохо. Где-то здесь. Вот этот колдун. Вот этот мясник. Где мясник? Не знаю, где мясник. Собака бежит на меня. А мясник, походу, где-то застрял. Так. Узнать бы, где мясник сейчас. Вон он. Сейчас он прибежит сюда. Блин! Ой, аккуратней! Так, вот я и вернулся. Так. Конечно. А, блин. Да блин, что ты творишь? Так, застрял, да? Блин! Нет, 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 нет! Ты дурак! Ууу, все, хана мне. Он не дает возможности. Все, дай, 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 дай пройду. Он мне не дает возможности кастануть заклинание. Вот и все. Так, давайте еще одного товарища спасем. Вот зря, конечно, ты. Решил на меня кинуться, пес жалкий. Так. Ну, во-первых. Ты что ты творишь? Вот, другое дело. Жаль, я не могу с одного заклинания. Ой.
Да блин, я хотел кинжал поменять. Почему такой высокий input lag? Я нажимаю на клавишу, он спустя полминуты только меняет оружие. Да блин. Вот больше бесит то, что они скачут вот так вот, по-дурацкому. Так, это точно не мимик, я знаю. О, большой уголь. Здесь, кстати, можно секретку получить. Так, и надо еще одного спасти мужика. Так, где-то вот... где-то здесь собака, я точно знаю. Вот почему я не могу захватить его в цель? Да вы что, издеваетесь, что ли? О-о-о. Отлично, блин. Ага. Ты, да, ты. Сюда, сюда. Пожалуйста. Мне нужна помощь. Ух ты! Спасибо. Если бы не ты, быть мне главным блюдом. Станет съеденным заживо. Какая ужасная. Спасибо тебе огромное. Какая ужасная участь, наверное, сказал. Я Лаврентий из Великой Топи. Теперь я в долгу перед тобой. А, ты этот, пиромант, точно. Не. Пиромантии я, блин, заниматься пока что не буду. Так, сколько у меня? А, так. Блин. Надо что-то поменять. Вот давай душу поменяем на косточки возвращения. И меня чаще буду пользоваться. Так, отлично. Oh, hello. О, здравствуй. Жаль, что мы встретились при таких нелепых обстоятельствах. Что ж, по крайней мере, мы оба выбрались целыми. Может быть, и ты желаешь научиться заклинаниям? У тебя есть талант, а кроме того, я перед тобой в долгу. Конечно, нам понадобятся материалы, но я с радостью обучу тебя основным заклинаниям. Тебе это интересно? Основным заклинанием? Да, конечно. Великолепно, очень хорошо. Меня радует возможность расплатиться с долгами. Что ж, думаю, мы можем приступить немедленно. Так, купить предмет. Стрела души. Так, хочу купить. Тяжелая стрела души, тоже хочу купить. Большая стрела души. 6000 душ. Это многовато, блин. Большая тяжелая стрела души. Осторожное падение. Вот, я вот хочу у тебя все заклинания купить. Щит магии. Звуковая приманка. Что она делает? Заклинание для колдунов с чувством юмора. Враги отвлекаются на звук, исходящий со стороны. А, нет, это мне пока что не нужно. Оружие магии, давай. Возьмем. Так, звуковая приманка. Ну, осторожное падение. Это заклинание создает таинственные... А, создан таинственным колдуном из Винхеймской школы драконов. Так, уменьшает урон и шум от падения. Это заклинание наряду с бесшумностью объясняет... Так, объясняет непомерные затраты на винхеймских шпионов. Ну, давайте купим. Хотя 8000, а может быть, если я сейчас... Ладно, этого будет достаточно. Это поможет тебе в твоих странствиях. Надеюсь, мы еще встретимся. Так, погодь, я хочу купить у тебя больше заклинаний. Так, выбросить. Так, мусор. Что с ним можно сделать? Мусор можно выбросить.
Так, в общем-то, я использовал все души, которые у меня были с собой в инвентаре. Так, тебе довелось встретить их? Трое молодых клириков отправились в катакомбы на поиски секрета возжигания. Возжигание — это искусство поддержки костров. Бедная девочка, ее отправили в этот склеп. Что за ужасное задание ей поручили? О, здравствуй. Ну, вижу, у тебя все замечательно. Как я? Я в порядке. Что ж, давай приступим. Так, давай приступим. Большая тяжелая стрела души. Вот хочу купить. Ага. 1500, 3000. Ну, давайте звуковую приманку. А на остальное потом, когда 10 загруженность. Так, что ты еще можешь сказать? Тебе доводил слышать о Логане небольшой шляпе? Магистр Логан — великий волшебник и мой учитель. И он, и я пришли в этот край нежитью. Но однажды он ушел, оставив лишь записку. Наверное, он хотел уберечь меня от опасности. Но к чему это меня привело? Я посвятил себя волшебству. Но для магистра Логана от меня не было проку. А, записка, которую оставил мистер Логан? В ней говорилось, что он отправился в Аннерлондо, что по пути от крепости Сена. Думаю, что он хотел отыскать королевские архивы. Магистр Логан неустанно ищет новые знания. Знания прежде всего, а все остальное — тщета. Когда заклятие превратило его в нежить, я уверен, что он решил, что это его шанс посетить те края. Хотел бы я, чтобы у меня была его смелость. Чтобы творить волшебство, требуется сделать две вещи. Прежде всего, тебе нужно вооружиться жезлом. После этого нужно будет выбрать заклинание. Сделав это, можешь применять его. Только не забудь прицелиться. Так, это он все одно и то же говорил. Так, в общем-то, я понял, про кого он говорил. Это тут... Ладно, это будет достаточно. Это поможет тебе в твоих странствиях. Надеюсь, мы еще встретимся. В общем-то, он говорил про мужика, которого я дважды спасал. Ну, то есть, один раз я спас, а второй раз у меня не получилось его спасти, потому что он пропал. Это такой мужик в шапке, короче, изначально он в крепости Сиена встречается в клетке, его выпускает, и он потом... Аннерлондо, даже не Аннерлондо, а вот в этих, как его, где Сид живет. Ногой Сид, короче, живет. В общем-то, он там в тюрьме сидит. Вот его оттуда надо будет выпустить. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока.